Канал Baby Go. Нет, ты. А может Baby Go? Нет, ты. А может Baby Go? Нет, ты. А может Baby Go? Нет, ты. Всем привет, друзья! Вы на семейном канале. Здравствуйте, наши дорогие! Baby Gosh день? Нет, ты. Таликоши? Нет. Вы на канале Baby Go, друзья? Талика. Талика. И сегодня у нас очередной выпуск номер 19. Друзья, ну и прежде чем перейти к лучшим комментариям этой недели передачи приветов авторам этих лучших комментариев, давайте назовем победителей всех конкурсов. Итак, в конкурсе на лучшую оску или лучший арт победила милая Энкотня. Дин, давай, милая Энкотня, передадим приветик. Милая Энкотня, мы передаем тебе приветик. Вот он, твоя шапочка, поздравляем тебя. Вот он, кстати, твой артик. Давай передадим привет, милая Энкотня. Давай. Привет тебе, милая Энкотня. Привет. Как мы обещали, твоя замечательная работа будет 3 недели висеть в шапке нашего канала. Друзья, ну а конкурс на этом не заканчивается. Через 3 недели мы объявим этот конкурс снова. Ну а загадный блогер этой недели была Саша Спилберг. И программа «Рандома» выбрала победительницей Ангелику Раду. Вот твоя шапочка и, естественно, ссылка на твой канал в описании. Денюш, надо передать привет Ангелике Раде. Ангелика Рада, мы передаем тебе приветик. Привет тебе, Ангелика Рада, привет. Ну а пасхалку самым первым на этой неделе нашел Гриша Маркевич. Вот на его шапка канала. Гриш, мы тебя поздравляем, ты очень долго к этому шел, столько раз пытался найти самую первую пасхалку и не успевал. В этот раз ты первый, мы тебя поздравляем. Да, День? Да. Поздравляем, Гриша. Да. Ну и ссылочка на твой канал тоже в описании. Давай передадим привет Грише Маркевич. Да. Привет тебе, Гриша Маркевич, привет. Ну а мы еще с Дэном долго думали и придумали еще один интересный конкурс. У нас уже было достаточно много летсплеев и разные игры на телефоне. Мы предлагаем вам написать в комментариях варианты любимых игр Дениски. Первые трое, кто угадает самую любимую игру Дэна, тем мы передадим приветы, да? Так что смотрите все наши летсплеи, и мы на следующей неделе, на следующем итоговом выпуске, объявим любимую игру Дениса. А через недельку после этого передадим привет 3 первым людям, которые угадали любимую игру Дэна. Друзья, ну и конечно, 2 наших конкурса «Угадай блогера» и «Пасхалка» продолжается и на следующей неделе. Пасхалочка, вот она. Не забывайте, что она может быть как ролики во вторник, так в четверг, так и в субботу. Кто первый напишет время данной пасхалки, тому мы передадим привет, дадим ссылочку на канал в итоговом ролике в описании. Ну а блогер загадный на этой неделе, Дин, где он? Покажи, где блогер? Там. Вот здесь, да? Нет, там. Вот там. Не, ну там он высоко, вот здесь вот, вот тут. Не забывайте, что для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе, надо быть подписанным на наш канал. Обязательно надо поставить пальчик вверх данному ролику. Поделиться этим видео с друзьями или рассказать о нас друзьям. Ну и в комментариях написать, что же это за блогер, по вашему мнению. Да. Ну а теперь мы переходим к лучшим комментариям этой недели. И передаем приветы авторам этих комментариев. Погнали! Да. Итак, первый комментарий на этой неделе прислала Беркетлав. Она уже была в наших роликах, да, Дин? Да. Она нам написала комментарий, как мы любим Baby Go, и была голосовалка. И сколько комментариев лайков набрал? 12. 12 раз? 19. 19. А с 19 лайками по ее голосовалке получается... Baby Go супер, просто класс, все дизлайки в унитаз. Ну, конечно, хотелось бы 24, но чуть-чуть не добрала. Привет тебе, Меркет Лав! Привет! Следующий комментарий прислала Финтайм Кейт Механез. Я сразу прошу прощения, если опять же неправильно называю ваши ники. Вы пишите в комментариях, мы в следующий раз поправимся и уже, если еще попадете в наши ролики, будем называть ваши ники правильно. Очень крутой видос, если вы будете продолжать в том же духе, то вы обязательно наберете 100 тысяч подписчиков. Спасибо тебе, наша дорогая подписчица, давай привет передадим ей. Диня, а сколько лайков собрала Кейт Механез? 11. 11 лайков, точно. Привет тебе, Финтайм Кейт Механез. Фу, выговорили, да? Следующий комментарий прислала N Superstar. Класс, любите Baby Go? Тогда жмите лайк. Динечка, сколько пальчиков вверх собрала N Superstar? 16. 16 пальчиков вверх. Давай передадим привет N Superstar.
Привет, Суперстар. Привет тебе, Ян Суперстар. Привет, это тоже была в наших роликах, мы помним. Следующий комментарий прислала милая НКТня. Вы супер, вы класс. Кто не верит тому в глаз, вы лучший. И игра такая интересная. Мы вас любим и вас поддержим. Спасибо тебе большое, дорогая наша подписчица. Да. Денечка, сколько милая НКТня собрала пальчиков вверх? 14. Давай приветик передадим? Да. Привет тебе, милая НКТня, привет! Следующий комментарий прислала наша постоянная подписчица Наташа ЛПС Свит. Вы супер, мне очень понравилось. Я попробую поиграть в эту игру с своим племянником, думаю, ему очень понравится. Денечка, Наташа ЛПС Свит сколько пальчиков вверх собрала? Тоже 14. Давай приветик передадим? Да. Привет тебе, Наташа ЛПС Свит, привет! Кто ты был? Такой вид с видом. С каким видом? Да. С каким видом ты сырил? Да, где не видел, да, где даже вид. Ха-ха, вид на море? Да. Супер. Следующий и последний на этой неделе комментарий прислала Виктория Трежа. Мы обожаем семейный канал Baby Go. Вы лучшие, кто тоже так думает, ставьте плюсик. Денечка, сколько пальчиков вверх Виктория Трежа собрала? 10 пальчиков вверх. Давай приветик передадим. Да. Привет тебе, Виктория Трэжа, привет! Друзья, ну это были все лучшие комментарии на этой неделе. Не забывайте, что этот конкурс продолжается. Пишите свои самые лучшие комментарии. Чем больше пальцев вверх вы собираете, чем интереснее оригинальный комментарий, тем больше шансов попасть в наш итоговый выпуск. А также не забывайте, что 5 лучших комментариев к последнему выпуску мы публикуем в следующем ролике. Так что, если даже вы не попали в итоговый, у вас есть шанс попасть со своим комментарием в следующий выпуск. Ну и, конечно, мы вас очень просим рассказывать о нас своих друзьям, делиться нашими роликами с друзьями, ставить пальчики вверх, писать лучшие комментарии. От этого нам становится намного приятнее, и мы стараемся снимать все более качественные и веселые ролики. Мы вас очень любим. Да, ну так вот сердечко сможешь сделать? Как ты сделаешь? Нет. Надеемся, что и вы нас тоже очень любите. И, конечно, крепко-крепко обнимаем. Ну и, конечно, не забывайте, что продолжается конкурс «Угадай блогера». Вот он, загадный блогер от недели. Также ищите пасхалочку. Да, День? Чтобы попасть в наши итоговые выпуски. И, конечно, не забывайте писать в комментариях, какая же у Дениса самая любимая игра. Да. Первым троим мы передадим приветики. Ну а на сегодня все. Ставьте нам пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые лучшие комментарии и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе. Сейчас покажу, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. До новых встреч, друзья! Пока! Пока!